Алло, полиция, скорее приезжайте, меня скоро будут убивать. Как кто? Мама, она же на родительском собрании. Нет время паники, нужно как можно скорее драть всю квартиру до блеска. И молиться. Прыгать в окно? Высоковато будет. Бежать через дверь? Поздно уже будет. Может, я помою всю посуду, и она меня простит? Ай, какая посуда, там столько косяков. Соберу все свои вещи, поеду в детдом. Нужно срочно спрятать все холодное оружие и ремни. Ай, блядь, что я так парюсь? Я же уже 3 года как в школе не учусь. Мама ж на собрание из-за младшей сестры пошла. А-а-а. Беги, малая, тебе хана. Алло, похоронное бюро. А запишите-ка на всякий случай мои параметры. Нужно отдраить хату до блеска и молиться. Но прыгать будет высоковато. Просто заранее соберу вещи и пойду жить в детдом. Нужно спрятать все холодное оружие и ремни. Интересно, вымытой посуды будет достаточно или лучше еще попылесосить? Цветы для любимой мамочки. Кажется, я давно не звонила бабушке. Алло, ба, как дела в деревне? Можно я перекантуюсь у тебя пару дней? Вот вы там собирали деньги на жалюзи и новый паркет. А может, училка забудет и ничего про меня не скажет? Но это вряд ли. Я дома! Дочь, нам надо с тобой поговорить. Спит, что ли? Всего 7 часов вечера. Ах, ладно, завтра поговорим.